Ребят, всем привет, с вами я и она. Всем привет! И сегодня мы снимаем вашу любимую в мире игру Sims 4. Нас зовут Паша и Катя, если в первый раз на нашем канале, и мы очень классные. Я такой скромный. Очень много было заявок, снимите Sims 4, снимите. Под каждым видео просто. Да, просто под каждым. Поэтому мы снимаем. Что мы сегодня будем делать? Сегодня мы решили сделать прикольный челлендж. Мы тогда делали за 5 минут, нам надо было построить дом. И где я победил? Mm-mm. В смысле? Все проголосовали за меня, нет? Этот раз мы хотим... А, нет, за тебя. Я выиграл, как я мог! В этот раз мы решили сделать персонажа за 5 минут. На камне, ножницы, бумага решаем, кто первый начинает. Согласны? До 3 побед. Перемотай, я побыстро скинь, давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А кто? Я победил, значит, ты первая начинаешь. Да? Ты хочешь, чтобы я была? Ну да, я типа решаю. Подожди, не засекай еще. Да я знаю. Давай, вот ты будешь делать парня, я девушку. Ну давай. Все. Все, поехали. Нет, как ты будешь готова, я нажму. Все, нажимай. Поехали. 5 минут, отсчет пошел. Может, зеленым сделать его? А это чё, Шрек? Шрек, реально. Так, я хочу, не знаю, я хочу прям какого-нибудь необычного фрика. О, можно инопланетянина сделать. Ну, голубого. Какого, я не знаю. С веснушками и с родинкой. Ты, знаешь, короче, полежал на пляже, кремом не пользовался и слегка покраснел. Слегка, вообще совсем слегка. Слегка красный стал. Да ты смотри, какие у него красивые веснушки. Так, прическу. Ирокез. О боже, вот это ужас какой. Так, мне кажется, я могу проиграть, если я буду такого жесткого делать. Оставь так, мне нравится. Я пошутил, это мой фишка, моя грипп. Так, ладно, мне так нравится. Главные боры. О! Нифига. Вот, смотри, чтобы он красный был. Ой, ужас какой. Не, я не хочу головные боли, не хочу. Нет. Что за женские очки? Ты не знаешь, случайно? Типа на вечеринку ты такой пришел. А что, мне нравится. Смотри, какой он классный. Такой, знаешь, невинный пацан с веснушками в очках. Как бы красный. Сделай нормальным цветом. Мне аж глаза давят, нет? Тебе нравится? Ну, просто мне кажется, что ты сделаешь ненормальным цветом. Нет, я буду делать обычным цветом человеческим. Хорошо, тогда я тоже. Он нифига, он сразу поменялся на какого-то ботаника. Сделай его загорелым гавайцем. О, нифига себе, у него татушки, смотри, могут быть какие. Так, это, некогда. Некогда, сколько время? У тебя осталось 2 минуты. Класс! Ты еще ничего не сделала! Ну ладно, я прибавлю тебе 30 секунд за то, что я тебя смутил, цвет менял. Класс вообще! Так, все, надо сосредоточиться. Мне вот нравится такой наряд. Только я его сделаю вот таким. Хипстер, пацан. Да. Как у меня, смотри, кофта. Сделайте его еще кашкой. Он слишком огромный. Так, обувь мне не нравится это. Я хочу какие-нибудь просто обычные кроссовки. Ну, чё к чему, мне не нравится. Чё к чему, вот, вот, все, вот так пойдет. У тебя еще есть минута. 20. Классно. Ну как, какие стены? О, супер. Это уже готовые, типа? Да. Ботаник такой. В трусах, ну ты хоть майку ему надень. В смысле, смотри, у него какие ноги качковые. Нет, так я понимаю, ну а сверху что он будет? В кофте такой, в трусах? Ладно. Оставь ему трусы и надень кофту. Иди сделай майку. Слышишь? Почему он так тихо звенит? Почему это так сложно?
зачем тут столько много одежды? Все. Так, все. Ребят. Готово. Вы, как обычно, будете оценивать, кто победил, кто нет. Под видео будет два комментария. Один, я голосую за Катю, и второй, я голосую за Пашу. И вы ставьте там лайки. Не надо писать самому комментарию, просто ставьте лайки, и мы тогда оценим, кто победитель. Смотрите, какой он милый красавчик, у него ну, давай. Такие веснушечки. Ты не закончил, тебе надо придумать, короче, ему имя и фамилию. И имя. Кто он будет, где работать, его история, как бы жизнь. Родриго. Классно. Альварес. Божечки. Так, и чем он занимается у тебя? Он будет очень умным, компьютерным гением. Очень он будет романтичным. Ну, гений он. Гений, он просто гений. И... свой в доску. Что-то вообще не складывается никак. Ну пусть, ладно, просто добрый. Окей, ребят, я начинаю. У меня будет девушка, и она будет чекулей. Окей, время пошло. Так, куда нажимать? Лицо. Тут все шикарно. Макияж подходит. Как вот сюда тут нажать? Что это такое? Как, допустим, если я хочу увеличить? Вот так надо, да. Шик. А как одежду, допустим, с нее снять, чтобы посмотрел, как она выглядит? Вот, да, сюда. Так, она будет... Нормально. В смысле, она чекуля будет вообще? Ну-ка, повернись по пули. Это чекуля, по-твоему? Видишь? Ты Бейонсе, что ли, делаешь? Это чики так выглядят, ты что-нибудь, но... О, боже! Так, и живот поменьше, чтобы она вообще по-настоящему... Вот. Так, теперь можно одевать тебя. Так, в чем ходят чекули у нас? Да, в кожанке. Кстати. А прическу, цветом? Ты да это уже потом, там, в конце. Сам. Другая стратегия? Я вообще хотела создать какого-то фрика красного. Теперь ей нужна какая-то юбка, я чувствую это. Ну вот выбери юбки. А, где? Вот юбки. Логично. И ты вот здесь можешь... Посмотри, идеально вообще! О боже! Ну-ка повернись. О боже! Так, ну так не видно, что она Катя. Ты точно чекулю делаешь? Да. А, вот же можно цвет менять, я не знал. Так, тут все, поехали. Снизу, ботиночки. Тапочки, а, вот тут, тут можно выбирать, оказывается. Почему? Я сейчас нормально сделал. Все за меня проголосуют, и я победил. Во-первых, все чекули, если ты не знала, вот такие. Она похожа на смурфика, теперь смотри. О, надо ее тогда голубой сделать. Прикольно, я не знал, что так делается. Ну-ка, дай-ка я не буду смотреть. У тебя 2 минуты. Реально? Я же губы еще не увеличил. Как их сделать прям такими широкими-широкими? Можно как-то? Вот. Все. Боже мой, что за уроды ты делаешь? Подожди, ну как урод? А как цвет бровей поменять? Все, нашел. Вот, черные брови. Да, точно, Паша за тебя проголосует. Губы красным. Если ты не поняла, это залог успеха. А можно цвет менять? Ну вот в макияж зайди. Вот это? Да. Макияж был. И дальше куда? Вот помада. Хорошо, ты мне помогаешь. Все. Вот, кстати, с красной нормально губы смотрятся. Или ты поменяла? Нет, все. Пропустила? Красный. Так, что еще не хватает? Ожерелье. Можно как-то поменять? Да, вот аксессуары. Вот сюда? Да. Где? Что бы я без тебя делал? Вот это? Ну, тут нету, что ли? На шее нету нифига. Как так? Было, подожди, на шее. Просто выбери аксессуары. Ну и вот так вот пролистай тут сам, поищи. Ну-ка, выбери вот тут. Где? Вот это. Ты мне испортил. Ты посмотри, какая она классная.
Вообще жесть. Сколько времени? Времени срочно. 37 секунд. 30 очки. Где можно очки выбрать ей? Можно где-то? А, вот они. Ожерелье. Подожди, Кис, мне надо время. Сережки вот эти сделал. Но их, блин, все равно не видно. Ты такую прическу ей ставишь? Ну, уже нету времени. Так. О, боже. В смысле, и очки, без очков ты не чекулись, у тебя нет очков. Там можно цвет поменять, если что. Цвет чего? Очков. Как? Куда нажать? Нажми на очки. Где они? Ну все, как бы. Ребят! Мне кажется, она вообще чика-чика. Вот. Примерно так я себе представляю девчонок Луны. Я не буду. Ну а что, ходят такие там все? Ужас какой. Ну давай делай теперь. Подожди, а имя-то я не придумал. Ну. Куда нажать? Ну вот сюда. Нет, подожди. Да. Интересы. Вот. Смотри, я нашел состояние барон. Этот персонаж хочет иметь самый большой и вычурный дом. Безумное. Боже! Ты это видела? Так, злюка. Злая? Да, ты посмотри на нее. Видишь, прям как это. Как звали из 101 далматинцев? Круэлла? Круэлла Девиль. И вот она такая, знаешь... Самоуверенная. Самоуверенная такая. Надо было ее тогда в далматинцев одеть. Ну, она примерно так же одевалась там, видишь? Подожди, мне надо имя же ей придумать. Чикуля? Чикуля. Селфикова! Чикуля Селфикова. Вот, ты посмотри, идеальная пара просто у нас. Что ж, вот так наши персонажи выглядят в реальной жизни. Как их зовут? Чикуля Селфикова и Родриго Альварес. Они нашли друг друга. Просто смотри. Ребят, голосуем за тех, кто победил. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставим пальчики вверх, подписываемся на канал и увидимся с вами завтра. Да, всем пока-пока! Пока-пока!